Товары изъяли в одном из гипермаркетов поселка Иноземцево. На полигоне возле села Марины Колодцы все плоды раздавили бульдозером и закопали в землю. Установлен факт реализации санкционной продукции. Это у нас мандарины, которые были ввезены на территорию Российской Федерации после вступления в силу указа президента после 1 января 2016 года. Вся санкционная продукция изъята и уничтожена в присутствии владельца груза. Органы будут это устанавливать, каким образом оно попало на территорию Российской Федерации. На Ставрополе это первый постновогодний конфискат. Напомню, с 1 января 2016 в России официально запрещен ввоз из Турции ряда продуктов. Под запретом томаты, мандарины, апельсины, виноград, яблоки, цветная капуста и другие товары.